Всем привет, дорогие друзья! Стала известна цена российского электроседана Evolute iPro. Продажи батарейной модели, которые будут собирать в Липецке, запланированы уже на этот сентябрь. Купить электрические седаны Evolute iPro можно будет не только корпоративным клиентам, но и частным. Примерная цена может составить около 2 миллионов рублей с учетом субсидирования со стороны государства. Планируемая РРЦ будет менее 3 миллионов рублей, что не учитывает субсидию по лизинговым и кредитным программам, а это 35%, но не более 925 тысяч рублей. Таким образом, планируемая цена с учетом программ субсидирования будет около 2 миллионов рублей, подчеркнули в Evolute. Ну а прежде чем продолжить, мы хотим рассказать вам о нашем автомобильном телеграм-канале. В нем мы публикуем огромное количество полезной и свежей информации, краткие видеообзоры и актуальные цены на китайские автомобили в России. Ссылка на телеграм-канал будет в описании под видео. Идем дальше. Седан iPro создан на базе Dongfeng Aeolus E70. Габариты автомобиля составляют 4680 на 1720 на 1530 мм. Колесная база 2700 мм. Оснащаться он будет 163-сильным электромотором и батареей на 53 кВт-часа. Пробег по циклу NEDC составит 420 км. При этом перезарядить батареи до 80% с помощью быстрой зарядки можно будет за 36 минут. До сотни новинка разгоняется за 9,5 секунды. Максимальная скорость 150 км в час, объем багажника 502 литра. Дилерская сеть Evolute этой осенью уже охватит Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Воронеж, Липецк, Краснодар, Ростов-на-Дону и Сочи. Дальше пойдет расширение. Гарантия на автомобиле Evolute составит 3 года или 100 тысяч км пробега. Вслед за седаном Evolute iPro в модельном ряду появится компактный кроссовер iJoy, среднеразмерный кроссовер iJet, микроавтобус iVan и большой кроссовер, у которого пока нет названия. Пишите в комментариях, как вы думаете, сможет ли Evolute уверенно закрепиться на нашем автомобильном рынке, или это будет очередная фантазия наших производителей. Будет интересно услышать ваше мнение. Также, если не подписаны на канал, подписывайтесь, будем рады увидеть вас в нашем сообществе. С вами был канал Автоэксперт. Всем пока!